Я так красивый. Привет всем. Привет. Мы прожили еще один год, да? Нет. Успешно прожили? Успешно. У меня вообще успешный год был этот. У меня колоссальная жизнь изменилась моя. Спасибо Богу за это. Поздравляем всех знакомых, которые нас услышат через интернет, через YouTube наш любимый. Да, потому что уже мы не можем без YouTube, да? Что там говорить пятерым? Надо говорить тысячам, чтобы слышали, чтобы Бог менял жизни. Такая привилегия мне дана сегодня, да, в новом году, и сказать что-то первому, да, за кафедру, а? Родная, надеюсь, мы будем с тобой дальше встречаться. Хочу прочитать один стих. «И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу». Какой хороший стих, да? Какой хороший стих Бог нам оставил, согласитесь? Какой-то он благой все же для нас, нет? Он говорит, вы только вас зовите, и я уже отвечу вам. Я отвечу вам. Наши желания еще в голове формируются. Он уже ответил на них. Он уже сделал свое действие какое-то на эти желания, да? Они еще будут говорить, а я еще услышу. Здесь показывает, что Бог знает нас насквозь. Знает наши мысли, наши помыслы. Чисты они или нет? Иногда не чисты, да? Ну, наше стремление, чтобы было чистое наше помышление, да? Потому что его путь – это не наш путь. Это надо понять раз и навсегда. Если мы хотим своим путем идти, мы будем отдаляться только от Бога. Потому что наша плоть не очень его ищет, да? А вот наш дух, он всегда, он не может насытиться ничем. Дух, который дан от Бога. Это все знают, да? Поэтому человеку никогда покоя не найдет, пока Бога не найдет. Нашу душу может успокоить только Господь. И как он услышит нас? Мы только начинаем открывать рот, только начинаем говорить, еще наше предложение еще строится, а он уже услышал его, он уже знает, что нам нужно. Что нам нужно? Пребывать в его доме, да? Больше ничего не нужно, потому что в псалмах написано, одного ищу, чтобы быть в доме твоем. А где его дом, где его царство? Внутри нас написано, внутри нас, не где-то, что куда-то надо идти. Я вот жене, она меня мучает, сейчас вот этот вайбер подключил, ужас. А я говорю, ну оставь меня в покое, я хочу Бога поискать на собрании. Она говорит, знаете, что пишет? Что ты ищешь? Говорит, он внутри тебя. Ты не говорит, ищешь его. И она права, что не права, что ли? Да? Потому что Царство Небесное, оно внутри нас. Оно внутри нас, оно не где-то в какой-то комнате или в каком-то здании, в какой-то церкви. Нет, оно внутри нас, царство. И спасибо Богу, что Он избрал нас для своего царствия, да? Чтобы Его царство принадлежало нам. И мир Божий, который превыше всякого ума, вы знаете этот стих, да? Он превыше нашего понимания, он превыше всего. Как будто бы это сверхъестественное что-то, да? Это и так сверхъестественное. Он нас удержит, Он нас окутает своим миром, который этот мир, он нам покажет, где плохо, где хорошо, да? Написано, что мир Божий соблюдет вас, он сохранит нас. Давайте взирать на такого Спасителя нашего, который настолько у него чутко ухо к нам, что мы только начинаем говорить, только у нас какие-то желания начинают зарождаться, он уже услышал, он уже ответил. Еще один стих хочу прочитать. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим». Слово – это Бог написано. Потому что вначале было Слово, Слово было у Бога, и Словом был Бог. Мы трепещем перед Его Словом. И вот иногда читаешь, потом, и каждый ответит за каждое слово свое, даст отчет. И не страшно иногда становится. Нет? Потому что, столько наговорил в жизни. Да? Это ужас, да? Так иногда думаешь, ну что ж ты так словом мучаешь меня, да? Потому что оно должно это делать. Это слово должно нас разделять. Мясо от костей, суставы, все, помышления сердечные, всякие, все. Это слово, если так действует, тебе блажен. Блажен ты, потому что Бог с нами. Бог с нами.
Давайте я пронесу молитву и мы начнем. Господь, благодарим мы Тебя. Благодарим, что мы прожили уже год с Тобой. Спасибо. Благодарим, что мы не разбежались, не рассеялись, как овцы, а мы идем за Тобой, пастырь наш. Благодарим Тебя. Ты сегодня овощать наши сердца, Господь. Ты сегодня наполни нас, Господь. Потому что мы хотим только от Тебя наполняться, от Тебя одного, любимый Бог наш, Господь. Ты, Дух Святой, веди нас, Ты дай нам поучение, дай нам мудрость, Господь. Потому что только в Тебе все тайны сокрыты, Господь, которые нам нужны. В нашей жизни мы сегодня перед Тобой ставим, Господь. И хотим, чтобы Ты использовал их, как Ты видишь. Чтобы наши сердца были смиренны, сокрушенные. И наша жизнь, она трепетала перед Словом Твоим. Господь, слава Тебе, слава Тебе за все, Господь, потому что Ты один достоин получить эту славу, Господь. И наши уста пускай прославляют Тебя, и наши жизни пускай показывают, насколько прекрасен Ты. Аминь. Спасибо Тебе. Сказал слово, что Бог положил ему на сердце. Добрый день всем. Привет. На самом деле уже как бы такое ощущение, что сначала я был в Рету, потом я ушел, был какое-то время в одной церкви, в которой я ходил, наверное, несколько лет. Вот. Потом пришла такая идея, не буду говорить, что это Максим полностью, да, заслуживает как бы все там хвалы за то, что сейчас что-то происходит здесь, но буду говорить так, что наверное, у Бога пришла такая идея, да, вложить ее в определенных людей, да, которые, наверное, к тому моменту уже были готовы. Ну, не все, наверное, вот, но, тем не менее, Бог формировал, да, группу из людей, которые, искали Бога или хотели искать Бога. И я знаю, что в сегодняшний день тоже они ищут Бога. И я знаю, что они будут продолжать его искать. И мне довелось вот участвовать, да, не скажу, что во многих, но в нескольких, да, открытиях, как бы, центр реабилитации, творения Божьего, даже, наверное, скажу, церквей, да, потому что понятно, что центр реабилитации – это место, где люди могут освобождаться на каком-то основании, да, не только на том, чтобы есть какая-то определенная программа реабилитационного центра, что там адаптация, реабилитация и так далее, работа, трудотерапия. Но в любом, да, центре или там в любой общине должна присутствовать какая-то идея
том основании, на котором все строится, да, сама реабилитация, освобождение и так далее. И, конечно же, так как мы христианский центр, у нас идея, она христианская, библейская, да, то, что мы основываемся на Евангелии, на Слове Божьем, да, мы основываемся на Иисусе Христе. Мы не основываемся на Николае Угоднике, да, мы не основываемся на каких-то бабушках, которые говорят какие-то пророчества в нашу жизнь. Вот, потому что мы сами можем таким людям сказать пророчество, то, что их ожидает в будущем. Правильно или нет? Угу. Мы сами можем к ним подойти и сказать, что мне не надо ничего говорить, потому что я знаю, где ты будешь после смерти, если ты будешь вести таким образом жизни, в которой ты живешь. И на самом деле в моей жизни, ну как бы в моей практике, в моем опыте, много раз мне пришлось как бы сказать вот эти слова определенным людям. Неприятные слова на самом деле. Да, то, что тебя ожидает в будущем, если ты живешь без Христа, и даже не то, чтобы даже без Христа, а же идешь вообще в противоположную сторону своей жизни, да, когда ты развернут на 180 градусов, да, противоположно Богу, да, когда ты идешь в ад. И на самом деле печально, потому что иногда происходит то, что даже среди нас, да, бывают ситуации, когда мы, да, сами, которые даже знали Иисуса Христа, которые там участвовали, да, в чем-то, участвовали в каких-то делах, иногда бывает даже мы разворачиваемся, да, на 180 градусов, чтобы идти в противоположную сторону от Бога. И на самом деле это печально. Но Библия говорит то, что благ Господь, да, и то, что говорит, что о том, что Его милость, она как заря, да, она как утро, обновляет, да, сердца людей. И говорит, что спасибо Богу, что не истребил. Да? Один человек молился в своей молитве, в своем сердце, он говорил, что спасибо, да, то, что ты не истребил, и что твоя милость, она как утро, да, приходит в мою жизнь снова и снова. И это не означает, что мы будем купаться в крови Христа каждый день, да, и то, что мы будем падать, подниматься, и как многие есть, да, как многие люди говорят, даже, ну, в церквях, что 7 раз праведник упадет, 7 раз праведник поднимется, да? Иногда становится смешно, да, от этого. Потому что мы не рождены для того, чтобы упасть, да? Мы не рождены для того, чтобы, я имею в виду, в новой жизни, в христианской жизни, да? Когда мы имеем уже рождение свыше, мы не для этого рождаемся, чтобы падать, да? Мы рождаемся для того, чтобы побеждать. Мы рождаемся для того, чтобы идти вперед. Да, мы рождаемся для того, чтобы одержать победу. Маленькими шагами иногда нам приходится это делать. Да, иногда мы битва за битвой, да, иногда и поражение тоже бывает. Битва за битвой, шаг за шагом мы побеждаем, да, какие-то ситуации или проходим через определенные ситуации в своей жизни. И на самом деле это очень хорошо, потому что из этого и складывается, да, наша собственная жизнь, из этого и формируется наша собственная личность во Христе, из этого и формируется наш склад характера, наш духовный рост, из этого складывается вся наша сущность, да, как христианина, который действительно хочет искать Бога от всего сердца. И я знаю, что здесь такие люди, я уверен, что здесь такие люди, которые хотят, да, побеждать, которые хотят идти вперед. И я вот уже здесь не живу 9 месяцев, хороший срок, вот, чтобы задуматься, потому что с 9 месяцами связано очень много, правильно, ребята? Например, моя жена говорит, почему я до сих пор не беременна, вот, всего лишь 9 месяцев, нужно походить, и тогда уже будет ребенок. Вот, и 9 месяцев, которые я прожил, не здесь, но не в Самаре, в Нижнем Новгороде, там тоже мы работаем, ну, работаем в команде, вот, есть тоже христиане, мы находимся тоже в группе людей, которые от всего сердца ищут Бога, вот, и слава Богу тоже за них, за эту группу, вот, и тем не менее приятно всегда приехать, и на самом деле я вчера, когда с Максимом разговаривал, я, ну, как бы, не то чтобы ободрился, а, ну, ободрился, это понятно, ну, что-то как бы возликовал, да, в моем сердце, в моем разуме, когда он сказал, Вадим, ну, приезжай, потому что, ну, это же твой дом, на самом деле, приезжай, посмотри. И я даже немножко себя почувствовал
как сказать, предателем таким, да, если можно так сказать. Я думал, блин, это фу. Почувствовал себя небольшим таким предателем, вот, потому что не скажу, что большим, потому что если скажу большим, вы подумаете, что, наверное, вот там, это уже все, он попал, короче, вот. И почувствовал, потому что, как бы это, ну, я же должен, наоборот, да, как бы сказать, что, ну, давай я, короче, приеду, я хочу туда-сюда. А получается, что как будто он наоборот мне говорит то, что ну приезжай, посмотри, как будто меня уговаривают, да, на то, чтобы, как будто я не хочу приехать. И на самом деле это далеко не так, потому что мое желание было, и вот жена свидетель, то, что ну, я всегда об этом говорил, к ним нужно заехать, ну, к ним нужно увидеться, встретиться со всеми, нужно время, чтобы уделить внимание и побыть вместе, и молиться вместе, искать Бога и так далее, потому что это наша семья. И я не чувствую себя чужим человеком здесь. Mm-hmm. Вот. И, потому что есть люди, которых я знаю, да, которых я люблю. Вот. Не знаю, любите ли вы меня. Но я вас люблю. И любовью Божией. Вот. Потому что я знаю каждого из вас, да, и каждый человек для меня представляет определенную представляет определенную ценность, да, в моей жизни. Потому что с несколькими из вас мы были вместе, вот, и начинали там какие-то дела мы заканчивали, да, когда-то мы прощались друг с другом, когда-то наоборот мы здоровались. Вот, когда-то мы приводили, ну, проводили вместе время, хорошие времена. Когда-то мы узнавали друг по другу, что есть наоборот какие-то исполнения среди нас, которых даже, ну, как бы, какие-то падения, там, какие-то несчастья, какие-то проблемы. Вот. И слава Богу за это место. Вот, я на самом деле очень рад. И я ребятам там тоже в Нижнем Новгороде всегда рассказываю, они всегда спрашивают. Ну, они, не знаю, почему они меня всегда спрашивают об этом, что там есть тоже Костя, вот. Но они меня всегда спрашивают, ну, может, они у него тоже спрашивают, просто не при мне. Вот, а они спрашивают, как там Максим, как центр, как ребята, вот, как там, сколько человек там, вот, и как Володя там сейчас новый, есть новый вопрос, ну, ко мне всегда. Знаю, как Володя там, вот, как Володя, борода там, вот, после того, что все свидетельства слышали, вот, он уже покорил весь мир, это как Билли Грэм. Вот, и на самом деле, ну, прекрасно видеть вот это творение. Вот, это, оно не закончилось в Рету, да, оно не закончилось в какой-то церкви. Вот, я рад то, что оно продолжается среди нас. И правильно, как Володь тоже сказал, что Царство Небесное, потому что оно среди нас, оно внутри нас. И люди, которые собираются вместе искать Бога, и Бог является, да, в этом, в этой группе людей. Бог является для того, чтобы быть своим народом. И я считаю, что это на самом деле очень важно, да, чтобы мы искали Бога таким образом, чтобы его не то чтобы упрашивали, да, но благодарили его, искали его, молились ему. И говорится, что он будет среди нас, да, он будет находиться среди нас. И нас благословит. Это нам очень нужно. И я вижу, что уже есть благословений очень много. Я вот тоже не так давно, вчера, тоже с одним человеком разговаривал, он тоже был в Рету. Вот Леша хороший, да, его здесь, ну, кто-то знает. Вот, ребята. Он тоже, он христианин уже давно. Тоже у него есть своя история. Он тоже был в тюрьме после Рету, там и падал, потом поднимался, потом учился в библейской школе, опять падал, потом опять поднимался. И сейчас уже 8 или 9 лет, как он служит в церкви, да, Свет Мира тоже, который вы знаете. Вот, и он один из лидеров, да, и, ну, очень хороший, ну, человек, очень отданный, очень искренний. Вот, и мы с ним постоянно тоже, когда я приезжаю, пытаемся пересекаться, там, искать какие-то точки прикосновения, у нас очень много их. Там, чтобы поговорить об общих темах, тоже он меня всегда спрашивает. Вчера я ему там очень долго рассказывал тоже про вас, вот, как здесь там дела, хотя я сам ничего не знаю про здесь. Вот, но, тем не менее, я рассказывал, как это все начиналось, как мы делали конференции, там, это все. Вот, я ему тоже сказал, что это все будет, и еще конференция будет. И это было пророческое слово, потому что Максим мне сказал то, что надо готовиться еще к новой уже, ну, уже к новой конференции. Это на самом деле прекрасно.
Вот, постараемся мы тоже поучаствовать и приехать, если, конечно, вы пригласите. Сам себя пригласит. Вот. И мы с ним когда начали говорить, сейчас вы поймете, к чему я это, ну, хочу рассказ это, ну, вести, эту тему. Вот. И мы с ним когда начали говорить, он мне тоже начал рассказывать про центр реабилитации. Вот. И на самом деле в последнее время все крутится вот вокруг этого, да. То, что как будто я ушел, да, вот, из центра реабилитации, но он мне все равно не уходит от меня. Да? Я пытался уйти из этого, да, пытался уйти, чтобы начать свою жизнь, но куда бы я ни пошел, везде, я оказываюсь в одном и том же месте, вижу одних и тех же людей, одни и те же лица, которые здороваются, которые привет, которые группы, которые тоже славят Бога, вот, которые там собираются, все помнят, и все прекрасно, да? И вот мы с ним, когда вчера разговаривали, он уже год, они собираются открыть бизнес, да? Сделать определенный цех по производству сэндвич-панелей для строительства там домов, бань там и так далее. Вот, и быть как работать как снабженец для каких-то определенных сфер вот в этой, ну, для определенной сферы строительства, да, вот эти изготовления сэндвич-панели. И внутри вот этой сэндвич-панели есть тоже центр реабилитации, то есть как бы они организовывают от церкви центр реабилитации, причем в церкви, да, то есть в этой церкви есть еще церковь 100 километров от Самары, где есть люди, которые хотят участвовать тоже в том, ну, в строительстве там и как бы в творении, короче, вот этого места, да. То есть несколько людей, которые где-то в деревне собираются, грубо говоря, да, как вот мы здесь сейчас примерно. Вот, тоже там есть пастор, и он готов как бы участвовать тоже в этом, чтобы потом еще ребята приходили, их вовлечь тоже в эту работу, как бы сэндвич-панели, чтобы на этой фоне сделать еще реабилитацию. Вот, и к чему я это говорю? То, что иногда мы не думаем, да, вот сейчас мы с Максимом разговаривали, иногда мы не думаем, куда Бог он, ну, хочет тебя привести. Потому что у нас есть мечты, да, определенные. И вот Новый год, который сейчас начинается, он начинается с новой мечты. Да? Мы имеем какие-то новые мечты всегда. Вот Володя говорил то, что слава Богу, то, что мы можем это начать этот год там, с прославления, с того, что мы, ну, ищем Бога, того, что мы приближаемся к Нему. Это на самом деле прекрасно, потому что если мы посмотрим какие-то годы назад, как ты начинал, да, свой Новый год, например, или как ты его проводил. Понятно, что это были ужасные воспоминания, да, это были ужасные годы, ужасные депрессивные времена, когда ты жил в темноте, да, жил в непонятном состоянии. Вот, поэтому, слава Богу, то, что мы можем этот день, этот год начать, да, сегодня второе число, с прославления Ему, да, с наших обновления нашего разума, обновления нашего сердца, обновления наших идей, да, обновления нашей мечты, которую мы имеем в своей жизни. Потому что у всех они разные, да. Главное, чтобы это была тоже Божья мечта, главное, чтобы она переплеталась тоже с мечтой, которая у Бога есть. Не только, чтобы это был автомобиль красивый, да, или хороший телефон, или дом, который мы хотим купить, или квартира. Понятно, что это все будет, да, это все будет присутствовать. Я не знаю, у кого-то может быть будет, у кого-то нет, да, но Божья идея, Божья цель внутри себя, да, формировать внутри тебя человека искреннего, да, и отданного для Него, который бы служил Ему и который бы однажды ушел в вечность вместе с Ним, да, присоединился к Нему и уже славил бы там Его на небе, да, в вечности. И на самом деле я понимаю, что именно Бог Он хочет таким образом сделать в нашей жизни. Как это будет, да, как это все будет происходить в течение всей нашей жизни, мы иногда не понимаем, не знаем, потому что мы думаем одно. Да, мы начинаем строительство каких-то новых домов, каких-то новых идей, да, церквей, а внутри потом появляется еще что-то, какая-то другая динамика, да, какая-то другой скачок какой-то. И мы иногда думаем, Бог, это то, что ты хочешь от нас, ты хочешь вот это сейчас сделать, или ты хочешь сделать другое, да, иногда мы не можем понять. Но внутри меня как бы складывается, да, такое ощущение и осознание, то, что куда бы Бог ни завел тебя, да,
Он хочет делать свое дело до конца. Мы, как люди, мы ограничены в своих возможностях, в своем понимании того, то, что Бог, как Он хочет творить, да, внутри нас. Мы не знаем весь план, это я уверен. Да? Иногда мы думаем, что, ну, наконец-то я начал понимать Бога. В последнее время я вот много размышляю, я стал очень духовный, я читаю Библию, хожу на собрание, молюсь, да. Но на самом деле это далеко не так, да. Ты иногда не можешь понять, куда Бог Он хочет тебя привести. Лишь только, да, к чему я вот это, ну, к чему я начал эту тему, лишь только нам нужно быть готовыми, да, принять Его, принять Его план и принять Его слово, да, для своей жизни, для того, чтобы Его реализовать. Один стих, я уже давно об этом думал, и вот последние вот эти дни, он почему-то, я когда проснулся сегодня утром, и, ну, я думал вообще, потому что я не хотел там приготовить какую-то тему, чтобы о чем-то говорить определенном. Я просто думал, что, ну, то, что у меня в сердце есть, поделиться просто с людьми, да, чем вот я живу, о чем я думаю. И когда я с утра проснулся, у меня крутился один стих, да, я начал его судорожно искать, Библию листать. Вот, но так как у меня все спали дома, вот, я начал искать на телефоне, вот, чтобы не шуршать, там, не греметь, вот, лишних движений не делать. И Екклесиаст, 11 глава, я вот прочитаю. Здесь написано с 3 стиха, нет, с 4-го. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты знаешь путей... Как ты знаешь пути ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. И на самом деле, когда я вот, ну, я этот стих давно уже знал, и он у меня давно был, да, в моем сердце, но как-то я его куда-то запрятал, да, в своей жизни, как-то я его куда-то затерял. Вот. И когда вот эти все ситуации случились, там, ну, я думал, что я приеду сюда, да, к вам, когда я, ну, понимал, что мне надо будет еще вот, ну, с этим человеком встретиться, тоже там он, ну, мы с ним поговорили очень хорошо, очень долго, часа два или три мы разговаривали на разные темы, в том числе и тоже о центре реабилитации. И я потом вспоминал и ретовские времена, да, и времена просто своей христианской жизни, которые я прожил, и слова разные, которые я в последнее время слышал, ну, от... в церквях, да, и с людьми, с которыми я находился, мне как бы на сердце лег вот этот стих, да, пришел. Он говорит, что, ну, если ты сеешь, да, то не смотри на облака, потому что мы всегда найдем причину для того, чтобы не сеять. И я начал вспоминать, и у меня даже мурашки побежали по телу, когда я вспомнил одну ситуацию, которая у меня была, да, ну, уже давно. Вот, однажды мы затеяли компанию, ну, чтобы выехать куда-то, в какое-то место, я не помню, на Арбат или куда-то в Москве, вот, и мы, ну, я был как предприниматель этого дела, мне сказали, ну, организуй все, выезжаем, там, это все, ну, по ходу аппаратуры, там, все, надо быть готов открывать, короче, говорить, там, свидетельствовать и так далее. И вот мы, значит, это все собираем, все вещи, все готовим. И я смотрю, начинаются облака, там все, это, непонятная погода, все. И ко мне люди начали подходить, говорят, ну что, Вадим, может не поедем, потому что там... И я сам начал думать, на самом деле, сейчас душ, все мокрая аппаратура, мокрая, зачем нам это надо? Вот. Но внутри себя, как бы всегда, да, как мы жили, это по сей день происходит, что если решили, надо идти, короче, вперед. И здесь уже не важно обстоятельства, короче, уже не важно, кто что говорит, если, конечно, это не будет еще кто-то, да, который верховный. Но если мы сами все сможем решить, то, короче, едем надо. И вот мы, значит, собрались, очень долгая борьба вот эта была, и все-таки мы приехали. И был на самом деле дождь, была плохая погода, но тем не менее стояло человек 200, наверное, в тот день. Вот. И были люди с зонтами, да, и мы говорили, мы там открывали собрание, там свидетельствовали, там и так далее. И ты знаешь, какое-то время, когда прошло, приехал один человек, вот, который сказал, когда он приехал, говорит, ты знаешь, я тебя видел, вот, в одном месте. Я говорю, да, это где?
Он говорит, ты знаешь, там это в одном месте на Арбате, когда мы, ну, я, говорит, гулял там с твоей подругой, наркоман. Вот. Я, ну, слышал случайно, как бы, призыв, слышал свидетельство, которое ты говорил. И я вот в тот момент, а уже прошло, я не знаю, полгода или, может быть, больше, да, после этого, я внутри себя, да, ну, понял один момент, ну, в своей жизни, да, вот этот стих я понял. То, что, ну, мы должны быть готовы, да, для того, чтобы служить Ему, мы должны быть готовы для того, чтобы делать Божье дело, да, мы должны быть готовы для того, чтобы искать Его по-настоящему. Говорит, что кто наблюдает ветер, да, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как же ты знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной? Да, мы не понимаем вот этот склад, который, да, Бог хочет сделать в нашей жизни или в жизни творения, да, в котором мы находимся. Иногда мы этого не понимаем до конца. Да? Но если мы сомневаемся, да, если мы думаем о том, что у нас не получится, или на самом деле, может быть, это не наше дело, может быть, на самом деле, это не наше время, может быть, на самом деле, это не наша ситуация, про которую говорится, и я здесь вообще не должен быть, да? Я тебе скажу, что, ну, ты не сможешь реализовать свою жизнь никогда. Ты никогда не будешь человеком, который будет действительно победителем для Бога, да, который будет Его человеком. Понятно, что мы все когда-то находились на месте там прихожан и людей, которые там приходили в церковь, чтобы просто сидеть, или там в центре реабилитации там, и так далее. Да? И понятно, что все начинается с этого, да, когда ты слышишь Слово Божие, когда ты начинаешь раздумывать, там, уверовать, получаешь спасение там, и так далее. Да? Но есть еще что-то большее, да, чем это. Есть что-то больше, чем просто, чтобы ты был спасен. Хотя бы для некоторых людей я уверен, что уже этого достаточно. Да, просто быть спасенным и прийти к Богу, да, к Его ногам однажды. Вот, увидеться вместе с Ним. Я знаю, что это самая большая награда для меня, да, чтобы прийти таким образом к Нему однажды. Но охота еще как бы в чем-то участвовать, да? Охота, чтобы было еще что-то сформировано. И, ну, в моей собственной жизни. И я уверен, что здесь есть люди, которые хотят тоже, да, чтобы их жизнь формировалась в творении Божьем, чтобы она восстанавливалась, чтобы быть полезным где-то, да, где-то поучаствовать, послужить, посвидетельствовать, там, говорить людям о Христе и так далее. И на самом деле, я знаю, что очень сложно иногда нам пробиться, да, сквозь какие-то определенные цепи, сквозь какие-то определенные преграды, которые есть на нашем пути. Я один пример такой, который, ну, все знают, да, это пример слепого, да, когда Иисус в 18 главе Евангелия от Луки, он мне очень нравится. Я уже, как бы, ну, в последнее время, допустим, мы эти истории, может быть, не вспоминаем, да, может быть, мы не думаем о них, может быть, уже как бы они как будто немножко пройденный этап в нашей жизни, ну, по крайней мере, говорю про себя, да. Но однажды я вот услышал, не так давно, не знаю, несколько месяцев назад или что-то вроде этого, пастор один, ну, церковь, в которую мы ходим, вот он говорил, да, об этом. И я незадолго до этого, я тоже думал, эти же мысли, эти же стихи, я ему даже потом сказал, да, мы пришли, ну, начали с ним говорить после собрания, и я ему, ну, начал говорить то, что у меня были похожие мысли, похожие ситуации, да. Здесь говорится, что когда вот этот слепой кричал, я знаю, что у него была своя идея, да, у него был свои мечты, да, так же, как у нас есть. Наверное, он много лет, да, прожил вот этих новых годов, которых мы сейчас переживаем, каких-то праздников, да, он прожил с одной идеей – увидеть свет, да, увидеть, что это такое, как это вообще, ну, выглядит, да, потому что если ты глаза бы закрыл, ну, в своей жизни, да, и вот, допустим, просто ходил бы так хотя бы один день, в черное вот это состояние, да, когда просто слышал бы слова, которые тебе говорят налево, направо, там, вперед, дорога, там, зебра, да, светофор, там, троллейбус и машина, да, я думаю, что ты бы был в шоке просто от того состояния,
который был у него. Я уверен, что он устал от этих, да, состояний, в которых он находился. И здесь говорится, что когда он начал кричать, мне очень нравится, да, люди, говорит, они начали нападать на него. Да. Всегда на нас кто-то нападает. Да. Не обязательно, что это люди. Хотя бывает то, что люди, они тоже нас много раз останавливают. Я вот разговариваю с людьми там на стройке, да, я начинаю проповедовать, начинаю говорить про центр реабилитации, начинаю говорить еще что-то. Они говорят: ой, Вадим, хорош, ты что, чем вы там занимаетесь? Это на самом деле там с наркоманами работать, там с алкоголиками, что, бомжей искать там на вокзалах, там еще где-то. Да нет, вы что, мы такие вещи никогда не будем делать. Я говорю, на самом деле для меня привилегия, чтобы таким людям сказали о Боге, то, что есть выход, то, что есть надежда. Они говорят: а в чем привилегия? Я говорю, привилегия в том, что я христианин, и то, что Бог мне дал определенную ответственность, да, чтобы сказать людям об Иисусе Христе, о Его Сыне, да, который может спасти каждого. Вот. И здесь, на самом деле, ну, тоже говорится об этом. Да? Люди говорят то, что закрой рот, да, хотели его остановить, не тревожь учителя, там еще кто-то говорит, хотели его останавливать, да, не надо, да, кричать, там, закрывали рот его, там, хотели в толпу обратно затолкать, да, но в любом деле, да, который мы начинаем, неважно это бизнес, да, неважно это творение, да, в котором мы сейчас находимся, неважно это еще что-то, да, мы должны найти вот этот компромисс, да, с Богом и кричать Ему, да, вот в эти моменты, которые есть сложности, которые есть ситуации ужасные, да, скажу так, проблемные, там, ситуации, когда мы на коленях, да, перед каким-то врагом, перед своими мыслями, перед своими сомнениями. Я знаю, что иногда вот мы здесь сидим, и понятно, что я вот думаю, да, вот про Максима иногда, извини, серьезно, я вот, ну, каждый день у меня есть мысли, да, такие. Я думаю, ну как Максим, вот ему, наверное, тяжело на самом деле. Вот, и ему, ну, наверное, трудно вот это все там, там куда-то поехать, узнавать, там бороться. Там, мы вот тоже уехали с Армендрой туда, в Нижний. Даже чувствую, опять себя начинаю чувствовать, ну, человек, который оставлял какую-то позицию, да, и, ну, поехал в другое место, чтобы заниматься другими делами. И, ну, начинаю размышлять, начинаю молиться, да, за то, что дай ему сил, да, за то, что ты его поддержи, дай ему верное направление, потому что чем я могу еще помочь, да, ну, не находясь, например, рядом. Мы можем быть только в духе, да, с кем-то, для того, чтобы иметь общение, для того, чтобы укреплять друг друга, да, для того, чтобы благословлять. И я знаю, что иногда мы вот в такой ситуации, да, находимся, когда мы ответственны за что-то. Иногда приходят сомнения, да, приходят, ты стоишь перед выбором, ты стоишь перед вызовом, перед каким-то. У каждого он разный, да, у кого-то, чтобы толкать творение вперед, у кого-то, чтобы просто даже сюда приехать, есть определенный вызов, да, быть здесь или не быть, находиться с людьми или не находиться, как на меня посмотрят, о чем мне будут говорить, а как будет моя ситуация, а может быть здесь будут перемывать сейчас всю мою историю, которая со мной произошла там и так далее. И это тоже вот эти люди, да, вот эти мысли, вот эти сомнения, которые дьявол сеет в нашей жизни для того, чтобы держать нас дальше от присутствия Божьего, да, для того, чтобы нас держать дальше от своего Сына, от Слова Божьего. И как хорошо, да, то, что все равно мы можем переступить через это, да, искать Бога. И быть вместе, да, и быть здесь, да, для того, чтобы творение, оно совершалось, да, для того, чтобы оно укреплялось, и для того, чтобы оно шло вперед. Потому что ни одного нет дела, да, которым в Библии написано, которое бы Бог начал и не довел его до конца, да. Говорит, что потому что то, что он начал, он поведет это вперед, да, всегда он ищет таких людей, не очень способных, да, не очень каких-то невзрачных, да, не очень больших, здоровых, сильных, умных людей, да, но всегда он ищет людей, которые верны, да, в своем сердце. Угу. Добрый вечер. Отмотаем назад все сказанное.
Вот, и ни одного не будет, да, слова честного, да, которое бы Бог, написано, произнес из своих уст, и которое не принесло бы плод. Если что-то посеяно, да, написано, что тогда обязательно будет определенный плод. И вот мы вот с этим человеком говорили вчера, опять же, я вернусь на эту тему, и как будто ничего не происходит, да, вот год прошел уже, мы вот разговаривали с ним, здесь вот с ребятами, да, там, ну, в Нижнем Новгороде, там еще где-то. А вот когда, ну, ты начинаешь, ну, разбираться во всем, да, и когда ты пристально посмотришь, да, ты смотришь, например, вот я приезжал летом, да, я был вот в центре там, ну, здесь тоже, в нашем, там, в южном, ну, за городом, короче, который находится, вот, и видел определенные моменты, да, и я Максиму говорил то, что было у меня, да, не знаю, не буду говорить, конечно, видением каким-то определенным, но как-то внутри меня, в сердце что-то, какое-то подтверждение, да, я получил, то, что Бог мне это показывает не просто так, да, то, что я это увидел не просто так, но для того, чтобы еще обновить меня, да, для того, чтобы то, что мы создали когда-то, да, для того, чтобы вот это место, да, вот этот центр, вот эти люди, которые здесь находятся, Бог через них обновил, да, других людей. И как я вот вижу на сегодняшний день, да, эта работа, она, ну, продолжается, она реальная, вот, она действенна, да. И если бы Бога не было в этом, да, если бы не было Иисуса Христа и Его поддержки, я знаю, что мы бы сейчас не находились вместе, да, мы бы сейчас не смотрели друг на друга и не говорили бы здесь о Нем. И лишь только это свершилось, да, только потому, что Бог с нами, Он продолжает быть с нами. И Он на самом деле дает, ну, огромную поддержку для нас. Неважно, в каком месте мы находимся, это то, что я понял. Да? Если мы находимся в духе, да, с друг с другом, если мы имеем вот эти мысли одни и те же, да, как Библия говорит, имейте одни и те же мысли, одни и те же цели, да, одну и ту же любовь. И всегда приятно мне, да, вот сейчас я приехал, да, нахожусь здесь, и правильно, да, Максим сказал, приезжай, ты же дома, ты же приезжаешь к себе домой, ты не приезжаешь куда-то там даже в гости или там каким-то там родственникам там, или еще кому-то, да, ты приезжаешь к себе домой. И на самом деле очень приятно было и привилегированно для меня услышать эти слова. И я как будто покаялся еще раз, да, после этого. Не побоюсь, да, сказать таким образом. Как будто внутри меня что-то перевернулось опять. Да, опять мое сердце сжалось. Я понимал, что Бог его, ну, сжал внутри меня, да, и своим словом, да, которым он проговорил. То, что я начинаю делать, я доведу до конца. И в твоей жизни, и в жизни этих людей, да, которых я собрал здесь, для того, чтобы они продолжали двигать вот это дело, которое начали. И на самом деле один стих, не буду затягивать, лишь только хотел ободрить, вот, Филиппийцам, ты где? Новый Завет, третья глава. Может быть, я ошибся. Сейчас я приму. Записано. У меня новая записная книжка есть. Три 12. Так, 3:12. А у вас что написано? 3:12. Говорю так не потому, что уже достиг. Все. У меня тоже. Я сначала думал, что у меня другая Библия. Вот. А я здесь все так разукрасил, потому что я иногда сам не понимаю. Вот. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести высшего звания Божия во Христе Иисусе.
Да? И на самом деле, когда я задумываюсь об этом, да, когда я вспоминаю, ну, и начинаю прокручивать свой опыт, который я прожил, гордость как будто она выпрыгивает из меня опять. Да? Опять я начинаю думать о себе, что я какой-то духовный человек, какой-то духовный лидер, какой-то там духовный наставник, что у меня все на самом деле на высшем уровне, и то, что я очень много чего понимаю. И когда мне говорят там про библейскую школу, я всегда говорю, ну, я если только преподавать приду, я учиться не пойду. И здесь, да, здесь написано обратные, да, слова, написано обратные вещи, да, которые Павел говорит. Он говорит, что я не считаю себя достигшим. Павел говорит, да, тот человек, который на самом деле, он достиг очень много. Да, достигал очень много и был, да, говорит, что про себя, что недостоин называться апостолом, хотя, да, мы видим, что он на самом деле находится на высоком уровне среди апостолов, да. Он говорит, что я забываю заднее, простираюсь вперед. Вот этот опыт мой, да, который я прожил там в центрах реабилитации, в церквях, там, в творении Божьих и так далее. Иногда это не важно, да, то, что было. Вот в старом году мы прожили там какие-то определенные проблемы, моменты. Вот это пусть там остается, правильно или нет. У нас сейчас новое время есть. У нас сейчас есть новые дела, новые цели, новые проблемы, да, новые стремления, новые мечты, которые мы фантазируем и крутим, да, в своих сердцах. Кто-то это жаждет освобождения в своей жизни, да. Кто-то жаждет лидерства, да? Кто-то желает что-то сделать для того, чтобы творение пошло вперед. Кто-то ищет Бога просто для того, чтобы его узнать. Понимаешь, разные вещи. То, что было вчера, да, в старом году, он говорит, что пойдем, будем простираться вперед, будем забывать вот этот опыт, который есть уже. Он нам не всегда помогает, правильно или нет? Не всегда мы на то, что мы думали когда-то, на то, что мы когда-то сделали, мы должны опираться. Да? Иногда лишь очень плохо, что у нас есть только этот опыт, да? Что у нас что-то было сзади там, что-то было раньше, да? И нет ничего нового. И поэтому я хотел тебя сегодня вдохновлять, да, вот этим 14 стихом, да, что стремлюсь к цели и к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Да, а что может быть лучше, да, что может быть выше, чем действительно знать Христа и быть в Его деле, да, быть в Его творении, чтобы участвовать в этом. Да, потому что твоя жизнь, она не безразлична никому здесь. Да, и я знаю, что Богу она не безразлична. И если уж ты находишься здесь, да, если ты находишься на этом собрании и слышишь, да, это слово, не слово от меня, да, не потому что я приехал там, или Максим приехал, или там Серега приехал, нет, не поэтому, но потому что есть Библия, да, потому что есть надежное основание, которое стоит. И иногда мы не видим, да, то, что происходит своими глазами. И написано, что если ты хочешь сеять, ты сей, неважно какая погода, ты будь готов, чтобы сеять. Да? Ты будь готов, чтобы идти вперед, ты будь готов, чтобы стучаться в какие-то двери, да? Ты будь готов, чтобы вот этим людям, которые тебе рот закрывают, сказать им, вы сами закройте рот. Да? Я не хочу слушать каких-то сомнений, которые приходят в мою жизнь. Я хочу простираться вперед, забывая заднее. Я хочу побеждать в новом году. Да? И с этими мыслями я хотел ободрять вас. Давайте будем такими людьми, которые действительно они стремятся, да, к тому, чтобы побеждать для того, ну, тому, чтобы участвовать. Давайте помолимся. Давай. Еще. Я хотел. Не могу что-то сказать. Постараюсь покороче. Вадим меня стрелял сегодня стрелами любви. Ну, на самом деле приятно. Именно приятно, вот я не знаю, кто это может почувствовать, я чувствую, когда ты встречаешь человека и один дух, знаете, вот, и ты не можешь это даже объяснить, ты вроде и говорить ничего не надо, но вот несколько слов и все. Помните, как вот Мария, она встретилась с Анной там, да, у которой был Иоанн Креститель, и как только Анна услышала слова Марии, ребенок сразу там раз и перекувыркнулся, и все, это исполнилось духа, начала сразу там пророчествовать, славить Бога и так далее. Вот, когда, да, родственники встречаются в одном духе, да, вот есть что-то такое, что тоже переворачивается, и
И все, и больше даже слов не надо. И на самом деле это очень ценно. Вообще это самая ценная, как бы именно духовная связь. Именно быть в одном духе. И это мы почти не можем контролировать на самом деле. Вот либо Бог даст, либо Бог не даст. Либо Бог тебя соединит с этим человеком и с этим движением, либо не соединит. И все. Но я знаю, что мы можем за это бороться. Как бороться? Искать Бога. Много искать Бога. Просто искать Бога. И тогда вот те, которые ищут Бога по-настоящему, они и будут в одном духе. И все. И ничто не сможет оно никак повлиять на это. Вот я не знаю, я в последнее время размышляю, как-нибудь, может быть, дам на эту тему учения, но сейчас хочется прям сказать вот про то время, когда Иисус говорил, когда Он придет. И Он описывал это одной притчей, было 10 дев, помните? Было 5 и 5. И было 5, у которых были светильники, и было масло, и было еще с собой масло. И они вошли, они увидели это. Они были свидетелями этого. Они ощутили это, и они вошли в то, что должно было быть. Понимаете? Я сейчас не хочу говорить... Мне это открылось именно так, что это не о будущей жизни говорится. Это не говорится то, что там на том свете, когда мы умрем, куда-то войдем или не войдем. А это говорится именно в том, что Бог приготовил для нас здесь, на этой земле, в Его царство. Быть сопричастниками этого. И другие тоже имели светильники, имели масло, но не имели достаточно количества масла. Понимаете, просто не было вот... У них не было этого видения, они не были в одном духе. Им не хватило духа для того, чтобы увидеть. Понимаете? Потому что мы видим Духом, мы живем Духом, мы ходим Духом. Нам нужен, ну, потому что это настоящее хождение человека, то, как Бог нас задумал, ходить Духом. И Иисус нам через свою жертву, да, через свое воскресение, Он нас соединяет с Отцом. Да, и мы получаем этот доступ к Духу, Духу, в котором нет меры. Помните, как Иоанн Креститель, он засвидетельствовал про Христа, он говорит, ему Бог дает Духа без меры. И вот этого Духа без меры, а у него не хватило Духа. Помните, у Иоанна Крестителя не хватило Духа, чтобы увидеть Он. Чтобы дальше, там в конце, помните, он послал учеников спросить, а ты ли тот, которому должно прийти или ждать нам другого? Другими словами, вот оно, понимаете, одни видят, а другие не видят. Тот же Христос, то же действие происходит вокруг них. Одним открыто, другим не открыто. Одни причастники, другие не причастники. И я поэтому вот если подводить итоги года какие-то, да, то вот я больше всего сейчас рад за один момент, который у нас произошел. Конечно, Володя Борода это отдельный человек, но на самом деле, ну, это действительно так. Но именно с ним, как бы, да, мы сейчас идем в одной команде, у нас все хорошо на самом деле. И, ну, вот мы с ним даже разговаривали. Мы видим, что на самом деле самое лучшее. Это то, что у нас появилась молитва в пятницу. Я хотел бы сказать, вот мы, это, ну, я не знаю, я ощущаю это как какой-то прорыв. Это именно вот то, на что я бы, вот если бы можно было сделать ставку на что-то, да, все поставить, то я бы поставил все на это. Понимаете, вы знаете, как в казино приходишь и говоришь, все на красное, да? Вот я бы поставил все на пятницу вечером, понимаете? Потому что на самом деле, как бы вот я долго к этому, наверное, шел как-то, мысли были, да, мы подбирались, мы пробовали, но сейчас уже какое-то время... Месяц, полтора, не знаю, два, но нам удается держаться за это. Знаете, просто держаться за это, потому что и только вот кто держится за это, он понимает, сколько это стоит на самом деле. Потому что, ну, всегда есть что-то, что мешает, что какие-то обстоятельства или просто само настроение, или и в среду было собрание, и в воскресенье было собрание, зачем? Но я понимаю, что вот самое главное – это молитва. Это и есть тот источник, из которого мы черпаем. Это и есть то место, где мы вот, ну, пребываем в одном духе как бы с Богом. Самое-самое основное. И я вот это, вот бы, если бы можно было бы, я бы вот на это поставил всю ставку и вообще сказал бы, что это самый главный прорыв в этом году, который мы совершили. И я бы хотел, чтобы мы вот следующий год взяли это и пронесли весь год и приумножили, может быть, даже, да? И поэтому я вот и вам всем как бы это
пытаюсь передать, за что нужно держаться, что есть на самом деле самое главное, чего нужно держаться, чтобы вот быть в этом. Понимаете, вот как те девы, они, у них было это масло, и они вот были в этом нужном месте, и у них было это видение, чтобы встретить то, что приходит от Бога. Понимаете, потому что это будет именно так. То, что кому-то это покажется чем-то неважным, кто-то в этом вообще ничего не увидит, кто-то будет просто занят своими заботами. Знаете, как вот Иисус описывал, Он говорит, будут двое на одной кровати, один возьмется, другой оставится. Будет двое на поле, один возьмется, другой оставится. Это не про физическое, понимаете или нет? Это про духовное. Это будут двое, которым один возьмется на небо в духе, он будет с Богом, он будет в радости, он будет в присутствии Божьем жить, а второй не будет ничего чувствовать. Один будет на поле работать, один с радостью будет работать, а другой просто будет работать. Понимаете, я это увидел очень как бы четко и понял на самом деле сейчас, что Иисус хотел сказать через это. Поэтому сейчас очень сложные времена, и мы с ребятами говорили, сейчас мы живем в достаточно сложные времена. Да, вот это и искушения, они настолько искушения, и все, что мир, он настолько давит на человека, настолько трудно человеку вырваться из этой суеты, чтобы по-настоящему искать Бога, не просто ходить в церковь и оправдываться тем, что ну я хожу в церковь, а по-настоящему искать Бога на самом деле. Вот за что мы боремся в своей жизни. Поэтому вы знаете, Вадим, что у нас пятницу молитва. И не обязательно, чтобы собирать. Вы просто помните, да? Мы будем молиться и за вас, за тех, кто находится там в других городах. И действительно, как бы вот есть мир по поводу вас. Тебя, Кости, есть ощущение, что вы с нами. И я это никогда не терял. Были по-разному как бы мысли. Конечно, мы как люди хотим, чтобы все участвовали во всем. Но у Бога свое видение. Бог Он сам двигает и сам видит, и мы за это молились, и Бог вас благословляет, я верю, мы слышим там про вас, и рады, что вы там работаете тоже, и вот вы просто свидетельствуете о том, что люди интересуются, и ну, на самом деле круто, потому что я верю, что так действует Дух, по-настоящему Дух, кого-то Он привлекает, кого-то Он отталкивает наоборот, и все, одни возьмутся, другие оставятся. Одни войдут, другие не войдут, и двери затворятся, написано, и все. И они скажут, а что же мы не вошли? Не вошли, потому что не было достаточно масла, не было достаточно видения. Поэтому мы видение мы получаем, когда ищем Бога. И все, масло мы получаем, когда мы присутствуем, молимся и так далее. Поэтому вот у нас удается за это удержаться. У меня, не знаю почему, но вот сейчас вспомню, у меня был сон однажды, и я Вовке его рассказывал. Ничего такого, обычный сон, но как будто вот была огромная такая труба, ее так краном куда-то вот транспортируют по воздуху, по большой-большой высоте, она такая, ну и она такая, знаете, как трубы большие для канализации, они вот такие вот там, да, в диаметре. И я помню, я почему-то держусь за эту трубу вот так вот. Вы понимаете, что... И мой мозг мне говорит, невозможно держаться так за трубу. Ну, ты упадешь. То есть, как бы, вот именно это именно на основании духа идет. То есть, на основании веры, что я не могу за это удержаться. Я должен соскользнуть по-любому. Как я же не робот, там, прилип. Но я держусь. Понимаете? То есть, вот он, и он там переносит куда-то, и я как бы держусь за это. И я, ну, как для себя, я дал такую интерпретацию, что... Ну, Бог дал нам видение. Бог дал нам, на самом деле, очень ну, интересное видение здесь. И кто там вот с нами, кто слушает, периодически оно обновляется. Есть очень интересные задачи перед нами. Вообще, куда мы хотим прийти. Ну, вот, и иногда, когда логикой думаешь, да как это можно вот это вот все обхватить, как можно за это держаться. Ну, вот, во сне я не упал, понимаете? То есть, это было нереально, но не упал. Но вот иногда тоже так же... Может быть, Бог так и делает, тебе кажется, что может быть ничего не получается, что может быть медленно, что может быть ну, мало. И ну, со временем назад смотришь, и мы прошли, и мы удержались, и мы продвинулись и так далее. Но самое главное, что мы вот продвинулись в молитве. Поэтому я бы хотел, чтобы мы это охраняли, чтобы каждый из нас как бы вот, ну, потому что, может быть, и я когда-то вот скажу, что я не хочу, но я хотел бы, чтобы нашел что-то. Нет, мы пойдем, мы будем молиться. И все, поэтому мы и есть на то команда, поэтому еще вот, ну, я понимаю, что вот, знаете, я как уверил, как мне вот Бог мне проговорил, что Бог, когда Иисус видит, что где-то есть возможность, ну, как где-то зарождается команда такая, да, Он не может туда не прийти,
Потому что это вот его любовь к ученикам такая, знаете, вот он как скучает по этим апостолам, он скучает по команде, да, и вот я в Библии, помните, там Павел в Ефесе, когда пришел и нашел этих 12 учеников и начал их доучивать там, и произошло великое пробуждение. Для меня это вот как пример того, что это не Павел пришел, это Иисус пришел просто в теле Павла, через Павла, потому что не может он пройти мимо, не может. И он, когда он видит, что вот, ну, собирается команда, которая хочет действительно вот за ним следовать, он приходит и учит. И он учит, понимаете? А когда он учит, это большая привилегия, это очень круто, это очень интересно и так далее. Поэтому я еще раз всех благодарю, всех, кто зацепился за это видение, здесь, там, кто просто с нами в одном духе пребывает, кто за нас переживает. Для нас это очень ценно, как бы продолжайте. И я благодарен тех, кто вот в этом году вообще приехали у нас, послужили. Вот Антон, да, приезжал. Антон, привет. Как бы есть благодарность за это. Точно так же, как все хотел записать какое-то видео, но сейчас, вот, наверное, пользуясь случаем, обращусь, что есть, мы как бы приглашаем к нам. Если кто-то, именно приглашаем не на реабилитацию, а приглашаем на обновление, может быть, послужить. Как если ты чувствуешь себя там невостребованным или как-то не можешь найти себя в жизни, то может быть здесь получится. Я не говорю, что точно здесь получится, может быть разные ситуации будут, но приехать, попробовать, послужить, потому что, ну, действительно, вот мы здесь двигаемся, и весной мы будем строиться, и нам нужны люди, и у нас есть благотворительный фонд, и мы будем его дальше развивать, и вообще очень много интересных тем, за которые мы хотим зацепиться, но просто физически пока не получается. Поэтому как бы вот двери открыты у нас. Единственное, что мы можем обещать, это то, что, ну, как бы вот те, кто здесь, они попадают на полное обеспечение. У нас обеспечение есть, мы работаем, мы зарабатываем, у нас еда, одежда и все остальное у нас есть. Поэтому мы приглашаем. Ну, а те, кто здесь, вперед, у нас Новый год, и давайте вот мы самое главное пятницу сохраним, как молитвенное. Это я не знаю почему, но вот как-то есть у меня, что вот эта вот победа настоящая. Пускай мы ее пока не чувствуем, но это на самом деле то, откуда придет все остальное. Аминь. Аминь. Пусть вас Бог благословит.